my cock hip hop in shock till your face drop, kid. You know my steel and you know Tashi, 12 o'clock. If you go and test the MID, call the shots. Call me Pop Tosh, smoother than some hard rocks. Young enough to be my son, but old enough to hold a gun, done, done. You flying very close to the sun. I'm from the B-double-O-I-B, you're no trouble though. 88.2 the show. Всем привет! Встретились с Марисом, поговорили о оклейке моей машины. Да, вы не ослышались, именно о оклейке. Дело в том, что мне немного наскучил ее обычный синий вид. Я посидел немного в фотошопе и сделал, как мне кажется, довольно прикольный дизайн. Поделился в группе в Телеграме, поделился в группе на WhatsApp, то есть в клубе пяти крузеров, и ребята также высказали свои идеи. Кто-то был за то, чтобы делать наклейку, то есть делать большой логотип по линии горизонта. Мне лично такой вариант не нравится. Поговорил с Марисом, придется заказать пленку, и да, из трудностей это, конечно же, молдинги, потому что на молдингах, помимо того, что сам дизайн придется искусственно удлинять, так чтобы наклейка на ребрах, она не казалась уменьшенной, либо не казалась увеличенной, то вторая трудность — это, конечно же, поклейка самих ребер, самих молдингов, потому что поклейка в таких местах, она немногим тяжелее. Че, это Мерседес, что ли? Они же эти, по-моему, которые самые больше всего ржавеют, Мерседесы, не? Да. Ну, насколько я знаю. Он сам купил в Германии его. Но он с виду еще бодрый, вроде такой. Не, он уже перекрасил. Да. Обновили там. Я, сука, в интернете не видел, они все гнилые. Да, вон он стоит, где такая. Да. Ладно, пойдем мой мусорник посмотрим. Не, можешь сделать с поттером, либо у меня есть доноры, изгрест и... А, не, не надо резать. Просто вытянем ее. Ну, короче, надо будет вот эту херню вытянуть и бампер перекрасить. Так покрасить и тут сделать переход так, и это не красит, да? Ты же, если будешь делать, ты будешь дуть до низу переход. Я вот так ее сделаю, здесь. Лак. Здесь будет переходить лак. Это будет стушевка. Попробуем покрасить бампер только сбоку, с переходами на крыло. И что касается оригинального кода краски, то на Крайслерах оригинальный код дублируется на наклейке, которая находится на водительской двери. Но на всех моих остальных пяти крузерах на наклейке был код краски, на синей турбе кода краски не было. Но, как я говорю, код дублируется, поэтому оригинал кода краски, он, конечно же, выбит на табличке, которая находится на моторном щите. Кому интересно, то у меня цвет Electric Blue и код PB5. Что самое интересное, точно в такой же цвет красили тот самый легендарный неон SRT4. Ты смотри, тумш. Не, не мистер Томс. Да? Я редзу, ka viņi tā izskatās. Nu, vispār nu. Vispār nu. Vot šitien tev uz bagāžnieku, man šis tīri labi patīk. Ne, viņš gan zarganāks ir. Tu redzi, no sāniņš aklē tumš. В общем, не все так просто, даже с оригинальным кодом краски тон довольно трудно подобрать. Повторюсь уже, наверное, в сотый раз, моя машина была крашена, как минимум, это правый борт. Сейчас я поеду в еще один автомагазин, возможно, у них есть другие каталоги, и попробуем подобрать цвет. Если нет, то в Раксе мне понравился один оттенок, вернемся, ну и возьмем 150 граммчиков. Ceturtais, bet viņi laikam no 2003 viņi gāja. Ā, ne, kur es teidzēties? Jā. Ļoti labi, jā? Nu jā. Nu, redziet? Šis vēl tāds višķiņ pelēcīgāks. Tas nav tik, šis ir košāks, labāks. Jo vairāk tie pigmenti, jā, nu tā attiecība pret binderi, jo viņi ir dārgāk. Ok. Un ja vēl nāk, citām mašīnām nāk tās dārgie pigmenti, nu tad mēdz būt arī pie 200, jā. Jā. Bet principā... Tad jau ir lētos 130. Vidējā cena ir 78, 80, okay. Tas aptuveni tā viss iet. Вот такое удовольствие обошлось мне 20 евро. Осталось найти Янку, ну и, соответственно, привести мою тачку в порядок. Привет,
Сегодня я бы хотел сказать огромное спасибо ребятам из компании Salvat. Вчера уже во второй половине дня я через интернет из Риги заказал себе небольшой пакетик химии. Ребята успели обработать платеж, закинули все это дело в пакомат. И сегодня с самого утра пачка уже в Венспилсе. Причем сумма покупки не 1000 евро. То вместе с доставкой все это дело обошлось 7 евро. Огромное спасибо, реально радует, что есть ребята, которые заботятся о своих клиентах. Все любители хрома либо сейчас же вырубают этот ролик, либо готовятся плакать крокодильими слезами. Дело в том, что на своей машине я собираюсь сделать так называемый shadow line. То есть все ручки, все надписи будут покрашены в черный. Но для того, чтобы это правильно сделать, нужно снять хромовое покрытие. Да, это не настоящий хром, это хромовое покрытие. И на пятикрузере ручки не металлические, ручки пластиковые. Сегодня для травления хромового покрытия мы будем использовать два средства. Так называемый домашний вариант. Это бытовая химия, средство для удаления засоров в канализациях. Курмис. Курмис по-латышски это крот. Ну и, соответственно, профессиональное средство. Лучше, конечно, достать хлорное железо. Но если вы живете в Европе, то вы прекрасно знаете, что хлорное железо в Европе запрещено. То есть вы не можете пойти в магазин, спокойно купить хлорное железо. Да, можно было обратиться на Latvijas Timi, но тогда вам придется покупать хлорное железо в больших количествах. Поэтому сегодня у нас аналог, и называется он пероксодисульфат натрия. Если вы претесь по химии, то вот вам формула. Ну а для всех желающих я в описании оставлю ссылку, где же можно приобрести вот такой замечательный химатоз. Пропорция у нас 1:5, то есть 100 грамм магического порошка на пол-литра воды. Заливаем водичкой, аккуратно все это дело перемешаем и погружаем нашу ручку. Крот заливаем как есть, то есть не размешиваем его с водой. Все это дело я оставлю на сутки, как говорится, для чистоты эксперимента. И да, важное замечание, не додумайтесь оставить все это дело в гараже. Эти две ванночки я, конечно же, оставлю на улице. Посмотрим, что же натворил наш крот. Но, по-моему, крот не дал абсолютно никакого результата. Промоем все это дело в воде. И да, хромовому напылению хоть бы хны. Что касается крота, то крот это излюбленное средство всех BMW-стов. Все те, кто делают так называемый Hella Black, то снимает передние фары, снимает напыление с рефлекторов, они используют крот. Но возможно проблема в том, что напыление на рефлекторах, оно намного тоньше, чем напыление на ручках. Поэтому сегодня крот, извини, но ты мне не помог. Ну а теперь посмотрим, помог ли нам наш чудо-порошок. Судя по цвету и по этим хлопьям, видно, что химическая реакция все-таки состоялась. Так, возьмем нашу ручку и перенесем ее в воду. Уже лучше. Да, я бы сказал, значительно лучше. Возьму тряпку и попробую убрать остатки хрома. Пару секунд, и вот вам результат. Да, где-то в каких-то местах хромовое напыление все-таки осталось, но в целом я реально доволен. И причем пластик не покусан, в отличие от того, если бы вы везли ручку на пескоструй или пытались бы заматывать ее шкуркой. Возможно, следовало сделать раствор пожестче, поменять пропорцию, допустим, пропорцию 1:3, либо 1:4. Но где-то в интернете я также читал, что раствор лучше всего погреть до 40-50 градусов. К сожалению,
Я этого сделать не мог, но возможно найду металлическую посуду и при помощи газовой грелки немного погрею раствор. Но в целом способ реально работает. Покажу более детально. Я также замачивал передний значок. Не знаю, передаст ли это камера, но отчетливо видно, что с левой стороны хром отсутствует. Так что не бойтесь экспериментировать, но, как говорится, не заигрывайте с химией. Огромное спасибо за просмотр. До новых встреч. Всем мир.